Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, а также гости моего канала. И сегодня мы с вами начинаем играть в 80 Wheels of Steel Across America, ну или по-русски 18 стальных колес покорения Америки. Кстати говоря, с вами я, Евгений Савин. Ну и давайте начнем новую игру. Так, давайте введем свое имя. Ну, я введу имя. Так, сценарий, ну, свободный, город, обратите внимание, список городов просто обалденный, но давайте выберу Сиэтл, цвет пускай будет желтый, изи, так давайте еще выберем, ну, предположим, давайте так, все, нажимаем play. Игра старая, 2003 года. Сегодня будет наш первый рейс. Только рейс один сделаем, и все. Небольшой. Кстати говоря, тут нету никакой навигации. Ничего нету. Абсолютно. В принципе, в этом принципе прелесть этой игры. Она очень хороша. И на то время, когда ее делали, она была просто замечательна. Так. М. 5. Так. Так. Че орёшь, блин? Давай мне зеленый свет, это... Блин, что-то она орёт, вроде утихомиривал ее, вроде... А, все, можно ехать. А, блин. А что стоишь? Так. Денвер, Миннеаполис, Бостон, Альбукерке. Давайте посмотрим на карту. Н. У нас, значит, road map. У нас Денвер, Миннеаполис. Вот, Миннеаполис тут. Где у нас Денвер? Вот тут. Что у нас там еще было? Бостон и Альбукерке. Бостон. Где у нас город Бостон? Вот где он? Вот. Когда не надо, я его нахожу. Когда надо, я его всегда пропускаю. Атланта, Мемфис, Альбукерке, Денвер, Миннеаполис. Кстати говоря, это нерациональная оплата для меня. 5 косарей. Вот Бостон. Что там еще было? И Альбукерке, да? Так, ну давайте поедем в Альбукерке. Кстати говоря, у нас начался дождь. Так. Так. Ну что ж. Вот и наш первый рейс. Вот, поехали. Включаем дворники. Альбукерке. Так. Уезжаем. А, черт. Так, поехали.
А, ничего страшного, но не будет за это. Остановись, тварь. Фу. Куда машины пропали? А, нет. Прорисовка просто такая. Ну, мы знаем, как погода, но спросить-то стоит попробовать, но никого, к сожалению, вблизи нету. Смотрите, что у него стрельбом происходит. Другой водитель, Крис. Привет, Крис. Пусто там у него. Походу мы его достали. А вот и дождь закончился. Видите, он даже нас поприветствовал. Не то, что ваши ЕТС, чертовый. Кстати, он везет машины. М. F2. Было также зеркало заднего вида. И М. Эй, вы! Стоящие предметы. Стоящие предметы. Чё орёшь, блин? Я по правилам всё сделал. Паразит. У тебя полоса заканчивалась, не у меня. Ты мне должен был уступить. А чё, всё? Блин. Какая жалость. Вот это досада. Кстати, видите, там следы иначе появляются на дороге. О, и дым из трубы повалил. А, тормози! Паразитство. Ну и пошел ты. Сами видите, что у меня здесь ручная коробка передач поставлена, потому что она здесь удобнее. Всегда не любил это место, потому что обгонял я обычно по траве. Тормози. Паразитство. Да ты. 30 миль в час. Обалдеть. Это ж совсем мало. Да у меня бабушка быстрее ходит, чем ты. Это обозначает, полиция где-то находится. Антирадар сработал. Так, нам надо на поворот. Проехали полицию. Антирадар замолчал. Хорошо. Так, ты почему нарушаешь правила? Ты не даешь мне спокойно ехать. Ах да, свет. Поехали. И
игра, хоть и старая, но все же на тот момент она была довольно хорошей. И если честно, это была моя первая игра из серии 18 колес. Я в нее играл очень долго, она мне очень сильно понравилась. И, в общем-то, мне эта тема зашла. Так, едем. Гоняем черепах. Но в большей части своего путешествия... Ай! Ой, я ездил с этого вида. Кстати, мы едем со скоростью 50 миль в час. Давайте сделаем... О! Груз специальный. Давайте сделаем круиз-контроль. Вот и тоннель. Кстати, в Сиэтле, вот если ехать по 90-й дороге, то там можно увидеть снег. Обалдеть, да? Да что так? Едем. Очень долго будем ехать, я думаю, до Альбукерки. Но при этом нам платят. Чего орешь, нахал? Что тебе сделал? Но при этом нам платят 9 тысяч. Ну, уже меньше, конечно. Но все же. Кстати говоря, давайте я вам покажу кое-что. Конкуренция тут была, тут были конкуренты, обратите внимание, да? Вот у нас оппонент 1, оппонент 2, оппонент 3. Экономика, грузовики, кстати, у нас пока один. Коробочка есть, да? О, 1 тысяча, нормально. Бай. Давайте лучше тормоза улучшим еще. Тут даже другие только можно поставить. Двигатели 350 кого-то киловатт. Выхлопы. Чек можно было поменять, по-моему. А, не, это окрасы. Считайте. Все. Пошел. Давай. Ты что, заорет на меня? Что вот, ну почему не уступил мне? Пошел вон от меня. Орет мне, блин, тут в задницу. Мешаюсь я ему тут, видите ли. Да пошел он, знаете, куда? Привет, мудила. Смотри, какой у меня свет фар, не то что твой. Кстати, это, по-моему, я не знаю, что это за машина. Но почему-то у нее сзади три фары. Кстати, на стекле какая-то фигня. Мило. Вот была рация, было все. В те времена нам только это и нужно было. Вот вы поймите, разработчики, нам нужна сейчас рация. Нам не нужны какие-то там идиотические фигамоты, которые есть в современных грузовиках. Нам нужен разговор с ботами. Это так просто. Это вот реально, это очень просто сделать, но им просто лень. Все можно сделать, но им просто лень. Вы поймите одно. Это можно сделать, но им лень. О, весовая. Раньше проходили все. Тормози. Да, ничего себе. Давайте немножко постоим. Поехали. О, вот где ты едешь, а?
Паразит, вот смотрите, что он делает. Едет прямо за мной. Это нарушение правил дорожного движения. Вот раньше был дым, а сейчас его нету. Вот почему нельзя сделать элементарные вещи? Кстати, прямо едем пока что. То, что было раньше, было лучше, было здорово. Нам нравилась старая игрушка. Нам она очень сильно нравилась. Она знает, как поедем. Сейчас на поворот надо. Так. Кстати, 60 FPS вполне спокойно выдает. Так, нас направо. Так, подъем. О, смотрите, трейлер качается. Сейчас этого нету ничего. Тогда это все было. Прошло ведь и 13 лет. Вот что, вот неужели вы настолько сильно обленились, что это, чтобы это все не сделать? Слышите, какой звук двигателя? Вот именно таким я его и помню. Это обалденнейшая игра. Кто не играл, я советую поиграть, ну или хотя бы посмотреть мои серии. Видите, там вот восклицательный знак. Это значит, что там то ли ремонт дороги, или ремонт дороги, авария, ну или еще что-то, да? Случайные ситуации, все это было. Грузы нужно доставлять какое-то такое-то время, да? Но я никогда этого делать не успевал. Дождь. Чего ты орешь, а? Хамло ты эдакое. Упырёныш ты мелкий. Чего орешь, спрашивается? Кстати, можем по 70-ке проехать. Ехали по 70-ке. Тормози! Пока что я видел только один грузовик видеть с вами, да? Впереди заправочка, сколько у нас по топливу? Половина. Не мешает заправиться вообще-то. Задержанный подъемщик, да, также на заправке присутствовал. Присутствует ремонтная станция. Я, наверное, сейчас плохо слышу, потому что дождь идет. И он истерится. И впереди у нас длинный тоннель. О! Дождь в тоннеле. Косяк. О, прекратился. Ой. Жму на П, привык же. Просто-напросто привык. Так что, видите, все было. А сейчас этого нету. Почему? Неужели вам так трудно вспомнить старые вещи? Рация была, все было. Ну, зайдите вы, поиграйте. Почувствуйте разницу с рацией. С рацией и без нее. Давайте заправимся все-таки. Тут топлива может не хватить. Видите, ремонтная станция была. Повреждения тоже были своеобразные, конечно. Как-нибудь покажу. Так, F5. Заправляемся. 143 галлона, и это $220. Нехило. Деньги сами по себе снимались, то есть не так, как когда ты отъехал, да? А когда ты заправлялся именно.
Так, фары вырубим. Направо. Шагом марш. Опять полиция. Да, у нас, в принципе, превышения скорости не будет. Вот он, видите, копы стоят. Привет, мусора. Давно не виделись. Все, проехали. Умолкли. Подумайте только, это был славный 2003 год. Мы играли как могли и во что могли. И знаете, тогда игры были даже лучше, чем сейчас. Ах ты паразит. Чё орёшь, блин, меня подрезали. Сам виноват. Тормознутый. Едем, едем, едем. Куда-то там. Чего ты вот так резко поворачиваешь? Ну да, физика тогда была топорной, не то что сейчас, но все же. Нам не хватает рации. Привет, чувак. Давно не виделись. Я тебя не знаю. Бибикают. На фоне горы такие. Давайте попробуем спросить первое. Может, что-то ответит. В чем я очень сильно сомневаюсь. Я же сказал, никто не ответит. Ну вот в городе нам ответили. Смотрите, дым валит из трубы. Понятное дело, что он исчез, этот груз. А фиг ли ты такой маленький? А, то есть в городе ты большой, а когда едешь по шоссе, ты маленький. Понятно, понятно. Об этом я, наверное, забыл уже. Вот чё ты так близко едешь? Теперь орёт. Идиот! Сначала нагоняет меня, потом орёт. Типа, пусти. Ай, ай. Бедный грузовик и груз. Тормози! Жигальме. Паразит. Вот. Быстрее ехать можешь, а? Не туда. Чё бибикаешь? Я грузовик. Водитель грузовика. Я везу Crude Oil. Так что отстанет меня? А-а-а! Наглец. Ну ладно. Вот тебе. Получил. Что такое? Где? Почему? Откуда? Как? Кто посмел? Так, магазин грузовиков. Кстати, давайте я вам их покажу. Ну, в принципе, сейчас у нас нет денег даже на это. Смысла так что нету, но видите, магазин грузовиков. Любых причем. По-моему. Чего бибикаем? Дело не мешать. А вы бибикать. Ах, вы паразитан. А вот и бутерки. Мотоцикл, еще один мотоцикл. И этот мне тут бибикает. Ему мешает жизнь, что ли? Вот паразит. О, все. А, стой! Фу, остановился. Чего ты на меня бибикаешь? Я везу груз, я зарабатываю деньги. Он еще на меня бибикает. Обалдел. Посмотрите, какой наглец.
Опять дождь пошел. Обалдеть, что-то у нас сегодня заливает. Ну, особенно за него. А, совсем немного. Попробуй пойми с другой стороны, а вот стой. А, смотрите, нарушитель. Где полиция? А, что встал, а? О, видите, повреждения есть, значит, какие-то. Надо было отремонтироваться. Ну ладно, потом отремонтимся. Бэха стоит. Все было, а сейчас ничего этого нету. Ну, тратить такое. Кстати, что у нас там по конкурентам? Отвезли. Это тоже даже два отвез. Ну, ничего страшного. Мы вас нагоним. Мы его еще нагоним и перегоним. Стой. Тогда даже груз парковать не надо. Опять резанулись. Болит его еще, не знаю. О, видите, все. Может быть, и надо было. Я не помню уже. Он и играл тогда без парковки. Этого груза. Так. Воу, пробуем ту. Второе. А, все. Все. Перепутал два ответа. Пять. Черт, только одна передача назад. Так. Ну что ж такое, а? Д, точно. Оцепляется же на Д. Да. Забыл. Да я уже почти приехал, я сам знаю. Вот, кстати говоря, советовали по каким дорогам даже ехать раньше. Забыл, на какую букву цепляется вообще. Все, деньги наши. Ну вот, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Всем огромнейшей удачи. Сегодня мы совершили наш первый рейс. Шоу. Кстати говоря, у всех разные грузовики. Вот. И совершили наш первый рейс. И получили наши первые деньги. Поиграли в игру, видите, Майлз, и у нас пока что, ну, такой самый маленький километраж. Но ничего страшного. Мы проехались по 101-му шоссе, уехали на 80-й фривей, проехались по 15-му, да, по 15-му, да, нет, по 80-ке мы ехали, да? А, да, свернули на 15-ю, потом свернули на 70-ю, заправились, потом свернули на 25-ю, потом свернули на 40-ю, и на 40-ю уже свернули в город Альбукерке и сдали груз.
Заработали мы, конечно, немного. Сколько у нас там денег? 17 тысяч, да? Но можешь, может быть, что-нибудь с грузовиком сделать. Вот. Все сезонка. Идеально. Бай. Все. Так. Тормоза уже и так новые. Коробка новая. Может будет движок потом поставить. Покрасить как-то. Видите, можно было покрасить грузовик свой. А, можно было продавать также всякие детали. Так что, в принципе, раньше это даже было лучше. О, антенну можно установить, видите? Фронт... Фог лайт. А, то есть эти... Противотуманки. Да хватит тебе его крутить, а. Во. Дальше. Ну, тут уже окрас идет, да? Можно, конечно, противотуманки потом будет установить, да? По мере... А, в принципе, они 105 стоят. И антенны. Ой. Фу, блин. Испугался аж. Ну вот. Установили мы противотуманки и антенки. Все. В общем, на этом все. Спасибо за внимание. Всем удачи. Ах да. Также тут надо было сохранять. Save game. Eugen. 1. Пускай будет. Save. Load. Вот, вот она, наша сохраняшечка. Ну вот, в общем-то, и все. Спасибо вам всем большое за внимание. Всем удачи, всем пока. Ну а с вами был я, Евгений Савин. Все ссылки в описании. Первый рейс. Спасибо за внимание. Пока-пока.